Капец, сколько время опять, а? Так, все, доделываю последний видосик и спать. Не хочу опять утром ложиться. Чего, блин? Время 12, кто мне опять звонит? Ах, ладно, надеюсь, ничего важного. Алло, это кто? Здравствуйте. Я нашел номер в интернете. Это экзорцист? Ну, я бы себя так, конечно, не назвал. Но вообще, да, я бывает время от времени охочусь на паранормальщину. А что, это кто вообще? Я охранник в старшей школе. И кажется, мне нужна ваша помощь. Я столкнулся с чем-то необъяснимым, паранормальным в школе. Но, блин, мне никто не верит. А я правду говорю. Здесь что-то неладное. Сэр, я вас понял хорошо. Старшая школа, говорите? Я знаю, где это находится. Когда я могу к вам подъехать? Сейчас. Подъезжайте прямо сейчас. Сегодня происходит просто нереальная жесть. Мне надо, чтобы вы помогли мне. Пожалуйста. Ладно, сэр, хорошо, я вас понял. Я буду у вас примерно через час, сейчас соберу все необходимое и выдвинусь в таком случае. Подождите. Единственное, ни в коем случае не приезжайте сюда без поддержки, без лайков. Если произойдет такое, что происходило здесь со мной, боюсь, вы не выживете без помощи лайков. Сэр, не переживайте. Призраки уже поставили лайкосики под этот ролик, а я в этом 100% уверен, потому что они самые крутые, каждый видос лайками поддерживают. Так что сегодня все будет хорошо. Я выдвигаюсь к вам с самой настоящей защитой и поддержкой. Все, оставайтесь на месте. Я, как уже сказал, через час буду у вас. Давайте увидимся, в общем, там. Перед тем, как мы приступим, я бы хотел рассказать вам о новой игре, где я отдыхаю в последнее время. One State — это новая игра, отличающаяся от привычного сампа или КРМП, и в первую очередь тем, что это отдельная игра, созданная с нуля на своем собственном движке. Что это значит? А то, что от One State можно получить совершенно новый опыт РП-игры. Здесь ты реально можешь заценить что-то новое и оригинальное, посмотреть на совершенно другой уровень физики и графики. А поскольку One State — это онлайн-игра, то разделить игровое время ты можешь со своими друзьями и другими игроками. Хотел бы еще отметить и карту на One State, которая представляет из себя огромный город Лос-Анджелес с реальными локациями и районами. И как обещают разработчики, в будущем мы сможем оказаться и в других городах Америки. Кстати, совершенно не важно, на чем вы играете. One State идет как на Android, так и на iOS. А простой интерфейс и удобное управление помогут сделать вашу игру еще приятнее. One State совсем бесплатный, а также без надоедливой рекламы, как в остальных играх. Скачивай One State по ссылке в описании уже сейчас и заходи ко мне. Для первых 100 игроков я оставлю свой промокод ГОСТ на подарок. Так, паранормальщина. Что же мне понадобится? Ну, в первую очередь, это, конечно же, сканер паранормального. Затем пистолеты, автоматы, дробовики. Можно взять гранат. В целом, я думаю, все. Не хочется школу просто разносить на части. Давненько же уже не было новых заданий на поиски паранормального. Честно говоря, даже немного соскучился. Только вот, блин, почему постоянно эти задания выпадают на ночь? Ночью, честно говоря, охотиться на монстров и призраков очень даже неприятно. Хух, ребят, ну что ж, у нас, как всегда, обычно тут все закручивается, заверчивается так быстро, молниеносно, даже не успеваю с вами поздороваться. Всем привет, здорово, ребята! Как всегда, желаю вам приятного аппетита перед просмотром этого видоса, приятного просмотра. Само собой, не забывайте ставить лайки, чтобы меня поддержать, ну и помочь в сражении с всякими монстрами и призраками, если вдруг мы сегодня таких встретим. Ну и обязательно залетайте ко мне в телеграм-канал, ссылочка находится в описании под этим роликом и в комментарии я также оставлю. Вот, там я выкладываю фоточки, всякие новости, короче, вам там 100% понравится, жду вас в гости. Все, не будем терять времени, там этот мужик явно напуган и ждет меня, поэтому давайте быстренько уже выходить на улицу, возьмем ламбу Урус и, короче, поедем на это задание к школе. Блин, я вот сейчас так думаю, а может стоило на это задание с собой взять Тоху Тофликса?
Как бы охотиться на паранормальщину намного спокойнее вдвоем, да и интереснее, наверное. Ребята, как думаете, стоит ли мне взять на следующее задание по поиску призраков или монстров Тоху Тофликса? Напишите в комментариях, как вы хотите. Если хотите, то обязательно приглашу его на такой видосик. Но если не хотите, то не приглашу, конечно же. Ну все, давайте, в общем-то, отправляться, потому что дорога у нас тут достаточно неблизкая, а нам надо успеть, как говорится, за час. Надеюсь, что доедем. О, зеленый. Ну наконец-то, блин, а такой вонючий перекресток тут, постоянно стоишь по несколько минут. Ах, ну все, я, получается, на месте. А что такое? Почему тут машина сама по себе засигналила? Что-то мне это не нравится. Ну ладно, может быть, просто в тачке баг какой-то случился с сигналкой, фиг его знает. Просто когда охотишься на паранормальщину, надо замечать все подобные ситуации, потому что, ну, они чаще всего не просто так происходят. Фух, ладно, я вам там, кстати, не сказал, ребята, я с собой еще обязательно прихватил в свою сумочку, конечно же, камеры, конечно же, всякие датчики для того, чтобы расставить их внутри этой школы. Вот, мы этим обязательно займемся там. О! А вот, кажется, и наш клиент, да, который нам звонил, запуганный по телефону. Ладно, чё, пообщаемся с ним немного, может, что-нибудь расскажет. Здрасте, меня Гос зовут, вы мне вот по телефону звонили, говорили, что какую-то паранормальщину заметили. А, это вы? Ну, наконец-то. Я уже, честно говоря, начал с ума тут сходить. Это существо! Такое чувство, что оно хочет выбраться наружу. Я уже не знаю, что делать. Так, подождите, для начала давайте успокоимся. Вдох, выдох. И теперь по порядку рассказывайте, что там в помещении, кого вы там видели, почему вы думаете, что это паранормальщина? Вообще все, что вам известно. Сэр, скажите, у вас когда-нибудь было такое, что вы просто смотрите в зеркало, а там позади стоит нечто в крови, которого на самом деле нет? У вас когда-нибудь было такое, что вы просто стоите в коридоре, а вас что-то трогает за плечо и так ненавязчиво хихикает? Сэр, у вас было такое, что вам в рацию говорит какое-то существо женским голосом? И становится так холодно и так страшно. Сэр, у вас было такое? Ой-ой-ой-ой, все, чил, я понял. Я вижу, как вам страшно на самом деле. И то, что вы описываете, действительно похоже на что-то паранормальное. Хорошо, давайте тогда сделаем так. Я сейчас зайду вовнутрь, расставлю все свое оборудование. И если у меня получится что-то засечь, я обязательно с этим разберусь. А один момент. Если меня не будет тут до утра, скажем так, и я не выйду на связь, вызывайте, пожалуйста, полицию, хорошо? Потому что, вероятнее всего, я уже не вернусь. Хорошо, я вас понял. Держите эти ключи, они подойдут к каждой двери в школе. И, Гост, желаю вам удачи. Вернитесь, пожалуйста, живым. Фух, капец. Честно говоря, жутенько. Видно, что этот мужик очень сильно напуган. Ламба, если я не вернусь к тебе, то знай, ты была самая крутая тачка из всех, что у меня были. Ладно, чё, пойдемте вовнутрь. О, а тут достаточно миленько, честно говоря. Ну да, чуть-чуть жутковато, конечно, но если бы я не знал о том, что здесь водятся какие-то призраки, я бы, честно говоря, даже и не подумал о том, что здесь что-то страшное. Так, ладно, надо замерить для начала активность. Ага, датчик у нас, как я вижу, молчит. Хорошо, так, на всякий случай сюда... Так, ладно, проверим еще здесь, по коридору. Блин, а школа достаточно большая так-то. Эй! Кто-нибудь есть в школе? Люди! Ученики! Хватит прикалываться над охранником! Он уже с ума сходит из-за вас! Выходите давайте! Я знаю, что вы здесь! Эй! Так, это что такое, подсобка какая-то? Так, я на всякий случай сейчас пробегусь с этим датчиком, вообще померю всю активность, которая тут есть. Большой такой зал, хорошо. Ну, вроде бы хотя бы здесь чисто. Никто не отвечает, значит, все нормально. Так, здесь тоже активности никакой нету.
Ладно, хорошо, попробую еще тут посмотреть. Тут тоже вроде бы ничего. А, это я уже обратно вернулся, ладно, хорошо. Так, посмотрю еще вот тут. Здесь тоже кабинет. Ага, туалет. И что, еще одна комната, да? Где проводят лекции. Все, здесь точно пока что тихо, спокойно, но это ничего не значит. Мне нужно будет использовать этот сканер для того, чтобы еще связаться с этим призраком, если он тут есть, потому что сканер может улавливать всякие частоты. Это будет полезно. Так, ладно, для начала я его уберу и попробую вообще пробежаться по всей школе, поставить камеры и прочее, там звуковые датчики, короче, всю эту лабуду, которая поможет мне поймать призрака, если что. Конечно, находиться во всех помещениях я одновременно не смогу, поэтому камеры мой лучший спутник в этом деле. Ну все, давайте увидимся тут тогда через какое-то время, когда я закончу расстановку. Так, последняя камера. Все, отлично. Фух, пробежался я практически по всей школе, поставил камеры в самых интересных местах, как мне показалось. И теперь остается только ждать. А, также еще датчики, конечно, со звуком я тоже поставил на всякий случай. Но вдруг что-то они смогут записать, что-то уловить. Такое уже бывало, датчики тоже активные по звуку. Пятый кабинет, я в нем был вообще, нет? Что-то я не помню. Так, вроде бы нет. Тихо. Блин, мне показалось. Эй! Кто там? Кто там на парте сидел? Или мне... Погоди, или мне показалось? Эй! Ох, ё-моё! Я, кажется, сам себя уже докручиваю. Ладно, такое бывает всё-таки. Чувак этот меня на самом деле сильно напугал этими призраками и прочим. Хорошо, погнали, в общем-то, дальше. Тут еще есть корпусы, где ученики могут поспать. То есть это такой ночлежный блок, скажем так, да? Находится он вот за этой дверью. Так, погнали. Ой. А здесь, честно говоря, как-то пострашнее, потому что помещение достаточно закрытое. Так, ладно, я уже на всякий случай держу в руках дробовик. Вдруг что-то получится увидеть. Так, здесь обычные койки, на которых спят ученики, как я понимаю, да? Ладно, здесь еще одна, телевизор у них. Ноутбук. Кто-то во что-то играл, получается. Так, ладно, пойдем дальше. Еще одну комнату осмотрим. Такие окна прикольные, кстати. Так, что еще интересненького тут? О, блин! Куда уходи? Это кто? Эй! Блин, датчик, 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 надо быстрее. Давай, 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 давай. Эй! Кто это? Датчик, кстати, молчит пока. Чё за прикол? Эй! Я же... Я вас слышал! Покажись! Призрак! Покажись, говорю! Так, ладно, я лучше датчик не буду убирать, наверное, а? Ах, пойдем посмотрим еще, что у нас тут. Ты что, блин, прачечная? Господи, я ненавижу прачечные. Ладно, пойдем посмотрим. А здесь душевая, да? Хох. Эй, кто-нибудь есть? Эй! Дверка закрыта. Дверка закрыта. И еще одна закрыта. Так, ладно. Пойдем дальше. Блин, мне это уж, честно говоря, не нравится. Это становится очень жутким мероприятием. Так, еще какая-то комната. Тут что-то готовили. Ё-моё! Куда прочь? Датчик! Ребята, датчик, датчик, датчик сработал! Пищит. Пищит. Эй, я тебя поймал, призрак! Выходи! Где ты? Я его уловил. Он где-то тут должен быть. Блин. Датчик пищать перестал. Что происходит? Кажется, призрак ушел, получается, или что? Что за фигня такая? Оп. А это, ребята, у меня датчик в другом месте сработал. Датчик на камеру. Так, подожди-ка, надо сейчас будет, короче, посмотреть, что у нас там на камерах. Так, посмотрим, что у нас тут такое. Чего? Мне показалось или... Нет, блин! Дверь открылась.
Только вот я что-то никого не видел, кто дверь открыл. Это что мне сейчас туда идти получается? Я не хочу. Я реально не хочу идти туда. Ох, ладно, а что мне остается-то по сути? Эй! Призрак! Я знаю, что ты здесь! Я тебя увидел на камере! Выходи! И услышал еще, кстати, уже несколько раз. Хах, так, ладно. Спортзал находится на втором этаже. И мне, блин, туда вообще не хочется. Вот в ту дверь что-то зашло. И вот эта камера это что-то записала. Хох, ладно, пойдем посмотрим. Блин! Кто смеется? Эй! Покажись! Покажись, говорю! Оно там, 100%. Оно в этой комнате. А что там такое? Там, по-моему, душевые ведь? Блин, я туда вообще не хочу. Ну ладно. Все, собрались! Мы сюда приехали для того, чтобы охотиться на призрака! Все! Вовнутрь. Эй! Я знаю, что ты здесь! Выходи! Вот тут датчик не реагировал. Может, его и нету. Вот тут я камеру, кстати, вставил. А! Куда иди? Я никуда не пойду. Блин, это из душевой. Это оттуда. Ух, так. Так. Все, собрались. Он уже где-то очень близко. 100%. Эй. Эй. Кто здесь? А-а-а! Ё-моё! Блин! Что за фигня? Свет вырубился! Эй, ты, блин! Это что нафиг такое? Еще и гром на улице начался. Что это такое здесь происходит, блин? Я не пойму! Эй, чуваки! Блин, да он... Ох, ё-моё! Ага! Иди нафиг! Я не буду умирать тут! Все! Отстань! Отстань от меня! Так, подожди-ка. Надо датчик посмотреть. Ё-моё! Датчик активный. Вообще везде. Везде работает. Повсюду. Фух, ёпрс, это как здесь жутко-то теперь стало. Это что, тоже кровь? Не говорите мне, что это тоже... Ух, блин, а. Это тоже кровь. Фух, окей. Опять оповещение. Это подсобка! Она там. Подсобка там, ребята! Прямо за этой дверью! Я не хочу сюда идти. Я вообще не хочу сюда идти! Так. Ладно. Пойдем. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой! Это что за фигня? Эй! Ты где, призрак? Выходи. Ух, не нафиг, что так близко-то к нему? Отстань, не надо меня так близко к нему. Мачете. И какая-то... Это мумия, да? Опять хихичет. Опять, блин. Она где-то здесь, она меня... Она знает, что я тоже тут. И она хочет меня с ума свести, да? Подожди-ка. Надо, короче, осматриваться очень внимательно. Она может быть вообще в любом месте. Опять сработал датчик. И это на первом этаже в туалете. Блин, да я не хочу опять идти в туалет, в душевую. Мне не нравятся эти места. Я не хочу туда, правда. Но придется. Какого фига еще этот дождь с молнией начался, а? Это вообще нифига не круто. Я ненавижу дожди, тем более, когда я про нормальщину ищу. Здесь тоже кровь. Она просто везде. Кстати, след крови тянется как раз из того туалета, в котором у меня датчик сработал. Вот непруха, а. Ладно, пойдем посмотрим. Эй! Где ты?
Покажись! Датчик здесь. Да ё-моё, она опять хихикает. Она здесь. Она 100% здесь. Так, подожди-ка. Я сейчас попробую замерить активность. Да, активность есть. Активность хорошая. Она тут. Где-то в этом месте. Так, все. Пойдем осматривать. Так. Кабинки. Пусто. 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 Хорошо. Идем сюда. Пусто. Здесь. Эй! Закрыто? Что за фигня? А это? Это открыто. Мне это вообще не нравится. Эй! Ты тут нафиг? Если ты тут, выйди уже! Так, ладно, придется лечь походу. Так, хорошо, сейчас попробую. Давай, вот так вот. Оп, немного неудобно. Так, отползу. Хух, так, теперь надо посмотреть. А-а-а! Ё-моё! Отстань! А, блин, вперед, беги отсюда! Давай, 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 давай! Уходим! Вперед, куда нафиг прятаться? Да не буду я стоять! Отвали! Давай! За ящик, за этот! Вот так! А, нафиг! Не пойду я к тебе! Отвали от меня! Хух! Тихо! Тихо, тихо, тихо! Я спрятался! Я надеюсь, она меня не увидит! Я буду стоять здесь, пока это все не закончится нафиг. Потому что я не хочу умирать. А-а-а! Вон она! Капец, блин! Куда она пошла? Она плачет! Она зашла в кабинет! Она там! Она там! Блин, как мне теперь отсюда выбираться нафиг? Ах, ребят, я надеюсь, что вы лайки поставили, потому что сейчас я, возможно, умру. Фух, что ж, я беру, короче, мой уловитель призраков, вот эту штуку. Ей нужно попасть только один раз в призрака, и тогда его парализуют сразу же. Я думаю, под этот тип призрака эта штука должна будет подойти. То есть мы сразу же ее просто нейтрализуем. Просто момент есть в следующем, что он может меня сразу же атаковать, и тогда все будет очень плохо. Я, может, даже не успею среагировать и просто сразу же помру. Эй! Выходи! Ты где? Призрак. А! Чё, стой! А, блин! Где оно? А, вот оно! Лови! Вот так вот тебе! Всё, ещё разочек! Вот так! Ещё сразу же туда! Получи! Вот! Я попал! Должно сработать! Да! Сработало! Вот так вот! Получи, блин, призрак! О! Еще и свет вернулся! Ну чё, призрак, попался! Хе-хе-хе! А ты не такой уж и жуткий, если не атакуешь! Хотя, честно говоря, блин, капец какой жуткий, посмотрите на эту фигню! Фух, это призрак школы, ребята. Вот мы с вами и нашли, блин, эту ученицу. А теперь она будет совершенно не опасна. Ребята, вы знаете, что вообще произошло? Я очень хорошо подобрал оружие. Идеально просто под этот тип призрака, он работает. Как вы знаете, вообще на призраков действуют разные виды вооружения. Мы с вами это уже, ну, не один раз доказывали. На кого-то действует взрывное оружие, типа там гранатомета, РПГ. На кого-то действуют вот такие вот эми-пушки, которые взрываются, посмотрите, ребята, какой штукой. Вот, видите? Электромагнитная, на них действуют электромагнитные излучения. А на кого-то криптонитовая пушка. Ну, вы это сами, ребята, помните из выпусков. Вот. На этого призрака, как мы убедились, действует именно вот это вот излучение электромагнитное, что очень-очень хорошо, не пришлось долго и нудно файтиться, как это бывает иногда, когда мы не можем подобрать подходящее оружие. Ну что, призрак? Вот так вот, теперь ты навсегда будешь пойман здесь, в этой школе, и больше не натворишь никаких страшных делов. Хох, ребята, признаться, это был один из самых жутких выпусков за все последнее время. Напишите в комментариях, было ли вам хоть в каких-то моментах страшно. И если я вдруг что-то упустил в этом ролике, какие-то моменты, где вы видели призрака, напишите об этом также в комментариях. И обязательно, если вы досмотрели ролик до этого момента, также напишите об этом в комментариях, чтобы я поставил вам лайк на ваш комментарий за то, что вы крутой призрак и смотрите мои видосы от начала и до конца даже так долго. Ну что ж, ребята,
Если вы до сих пор здесь, значит видос вам точно понравился, а значит он достоин 5 лайков. Так что лайкос прямо сейчас, я думаю, самое время. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. А также буду ждать вас в своем телеграм-канале, где я рассказываю о своей жизни, выкладываю фоточки, новости и прочее. Короче, вам нужно туда присоединиться 100%, если вы смотрите мои видосы, вам там понравится. Все, ребята, я пошел спать, потому что я сегодня собирался так-то спать ложиться. Видосик доделать и спать, но вот как видите, у меня тут задание такое появилось. Призрака забираем с собой. Стой! Хах! Ты со мной так не шути, а? Я думал, я ее не сдвину. Ладно, ребята, хорошо. Она все по-прежнему стоит парализованная, отлично. Все, ребята, я, короче, забираю ее с собой, надо ее утилизировать, в общем-то. Отвезу Лестру, чтобы он этого призрака из нашего мира нафиг отсюда убрал. Все, ребята, всем, как всегда, удачи, до скорых встреч в новом ролике завтра. Пока-пока-пока. Пока!